такой объемным, кто я. На самом деле, можно легко понять, кем мы являемся, если открыть просто наш еженедельник. Вот обратите внимание, на что вы тратите свое время, просто какие у вас там запланированные дела. Может быть, вы мама, хозяйка, специалист какой-то или абсолютная рабочая лошадка такая, у вас только расписание каких-то важных дел, переговоров. Может, вы творческий человек, да, и там есть какие-то творческие занятия. Вот если вы просто возьмете за 7 дней, пролистаете, вспомните, что вы делаете, вы легко ответите себе на вопрос, кем вы на самом деле являетесь. Потому что то, что мы делаем, и то, почему мы это делаем, это есть наша идентичность. На нашем канале, да, будут новые видео. Новые полезные, короткие, про развитие, про важные вещи.